Здравствуйте, мои дорогие гости, зрители и подписчики моего канала, канала «Обзорно не зазорно». Я благодарю всех, кто уже подписался, и прошу еще тех, кто не подписался, скорее подписываться на мой канал, с тем, чтобы быть в курсе моих новых выпусков. Кстати, Колесников на стриме то же самое сделал. Он попросил всех подписаться, но я прошу всех, конечно, с огромным уважением ко всем моим старым и новым подписчикам и зрителям. А Колесников, знаете, что он сделал? Он говорит, вот, меня все обвиняют, мол, в том, что я неуважительно отношусь к своим зрителям, подписчикам, что я, мол, пью чай и на стриме ем торты и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, говорит, сейчас мне Никита заварит чай, и я сейчас буду пить чай, как раз вот тортик есть, сейчас Никита мне даст тортик. И вот такой вот он весь деловой сидит, ест торт, пьет чай и говорит, подпишитесь, пожалуйста, на меня. В то же время выказывая свое полное неуважение своим подписчикам, настоящим и, даст Бог, будущим. Уникально. И, кстати, стрим у него назывался «Безпредел» через «З». И я так думаю, что на самом деле это «Безпредел», во-первых, писать неграмотно. Колесников всегда пишет неграмотно. Ну, а во-вторых, «Безпредел» на самом деле. Он просто с издевкой это все сделал. Говорит, вы говорите, что я над вами издеваюсь, когда так себя веду. Ну, вот смотрите, я сейчас себе чай налью, точнее, мне нальет. Никита чай, мне Никита даст торт. И на самом деле Никита отрезал кусок торта и дал на тарелочке папе. И папа считает это в порядке вещей, все нормально. Ну и стал Колесников нам рассказывать, что Света лежит, болеет. Дарина тоже приболела, спит сейчас вот там наверху с температурой Дарина. Леша, кстати, сидел на стриме очень заросший, он все больше и больше зарастает. Наверное, все-таки готовится к поступлению в духовную семинарию, так как я и предполагала. Спросили его, что там с кредитом. Много было вопросов относительно кредита. Он говорил, что деньги клиника еще не вернула банку. И если так и не вернет, тогда Леша поедет в клинику с полицией и с камерой. В принципе, как и обещал. Но все еще ждет 10 дней, которые должны пройти по договору. И надеется на то, что все решится без полиции. Говорит, ну кому же надо эти проблемы? Никому не нужны. Тем более, все это будет освещаться в интернете. Ну, в общем, надеется Леша, что все решится хорошо. Сидит Леша, такой деловой, ест торт, пьет чай. И рассказывает о том, что мобильники убирает он, отбирает у детей. Ну, и вы знаете, как ни странно, многие с ним согласны. Писали, да, мол, это правильно. Леша говорит, ограничивать будет, пока телефоны пользу не будут приносить. Интересно, что он имел в виду, как мобильники могут приносить пользу. Смотреть домашние задания, да? Или что он имел в виду, я не понимаю. Пользу они должны приносить. А то, что дети какое-то окно в мир имеют благодаря этим мобильникам, благодаря выходу в интернет, об этом история умалчивает. Они только пользу должны приносить. А вообще, Колесниковым посоветовали больше Богу молиться. Вы знаете, говорят, Бог поможет во всем, всем, всегда и везде. Вот Бог наше все. И с кредитом разобраться Бог поможет. И с выходом в интернет Бог поможет, всем Бог поможет. Ну, а Леша говорит, вместо телефона есть ноутбук, один на всех ноутбук. Поэтому телефоны забирают, если вдруг что-то срочное у кого-то, можно посмотреть ноутбук, ему ничего страшного. Дети разберутся. А то, что у него мобильник, всегда при нем, об этом история умалчивает. И многие писали, что дети потом благодарны будут за такое воспитание Колесниковым. Представляете? Я просто в шоке. И у Колесниковых, оказывается, правильное воспитание. И игры со всей семьей посоветовали. И Леша сказал, да, конечно, вот хорошо, когда дети без мобильников, когда дети играют там на улице где-нибудь во дворе, да, это очень здорово. Но про со всей семьей он вообще забыл. Он говорит, я когда вот был ребенком, я играл на улице во дворе, там были какие-то игры мальчишеские, догонялки какие-то были, войнушки, еще что-нибудь. Говорит, и, мол, это его очень устраивало. А тут, говорят, со всей семьей. А он на это вообще внимания не обратил. В общем, обращает внимание только на то, что он хочет. Пришла Анжелика, сидит рядом с мокрыми волосами, не высушила феном. Уж не знаю, по какой причине. То ли фена нет, то ли поленилась. И, говорят, Анжелика сидит с грязными сальными волосами. Надо почаще, мол, мыть голову. Она говорит, ну вот только вымыла, только из душа. Вот эти вот пряди мокрые висят, на самом деле, как сальные грязные волосы. Потом следующий комментарий был такой, что Анжелика, следи за собой, будь чистоплотной. Но Колесников, конечно, это дело пропустил. Относительно детских кресел, Колесников говорит, есть они.
Но мне тогда в таком случае непонятно, почему, когда приезжал инспектор, он не пригласил его в дом, не показал. Ну, не в дом, а во двор. Не открыл машину, не показал. Смотрите, вот кресла детские, все нормально. Детские удерживающие устройства есть все для ребенка любого возраста. Почему Колесников этого не сделал? Загадка. Хотя мы все знаем отгадку на эту загадку. Потом вернулись снова к вопросу о мобильниках. Алёша говорит, что новости и мир дети должны познавать из реальной жизни. Представляете? Из какой реальной жизни, если дети, кроме школы, никуда не ходят? Никуда. И то очень большое натяжка может называться, что они ходят в школу. Они садятся на электричку или там на автобус, едут потом к школе, в школе отучились, садятся снова на электричку или на автобус и приезжают домой. Все. Что они видят? Они не ходят ни в какие дополнительные центры развития, они не ходят ни в какие музыкальные школы, художественные школы, не ходят ни в какие кружки. Они элементарно даже не ходят никуда с родителями по субботам, по воскресеньям, какие-нибудь развлекательные центры. Да, я понимаю, сейчас, может быть, ситуация немножко не та. Но, простите, столько лет Колесниковы, за столько лет, сколько у них дети есть, уже 14-15 лет, никто ни разу из детей не был с родителями на каком-нибудь массовом мероприятии. Ни разу. Ни в цирк они толком не сходили, ни на концерт никуда не сходили, ни на детское развлекательное мероприятие никуда не сходили. Кто такие аниматоры, дети вообще не представляют, я так понимаю. Ни на какой детский день рождения. Никуда. И как, по мнению Лёши, в таком случае дети должны развиваться и познавать мир из реальной или в реальной жизни, я просто этого не понимаю и не знаю. Ну, живность, говорит Лёша, не хотят они завести, и это отлично, я считаю, потому что любое животное, заведенное Колесниковыми, по моему мнению, обречено. Пишут, что все дети у Колесникова хорошие, воспитанные, все молодцы. Этот комментарий Лёша прочитал. Следующий комментарий был очень интересный. Дети у Колесниковых нормальные, в меру воспитанные. Ну, этот комментарий, конечно, Колесников пропустил. Анжелика говорит, что ей не нравится шить. Вот так. Дети в школе, оказывается, как Анжелика сказала, занимаются, ну, отлично. Ну, в такой школе, да, грех не заниматься хотя бы на четверке, пятерке. Не грех. Специализированная школа, коррекционка, поэтому, я так думаю, там все отличники. Короче говоря, все хорошо у Колесниковых. Ну и далее был у них ролик еще, кроме стрима. Сейчас расскажу вкратце про этот ролик. Света и Дарина, которые, как нам Леша сказал, болели, они очень, и лежала Света и Дарина, спали там наверху. Они уже на кухне крутятся. На улицу, представляете, больные люди. И Света, и Дарина с температурой хотят пойти на улицу погулять. Дарина очень хочет, и Света, мол, в этом не может никак отказать. Посуду вымыла посудомойка. Света смотрит, как эта посуда вымылась. Разбирают они вместе с Дариной посудомойку. В общем, такое вот бытовые такие хлопоты. А потом Света говорит, что она варит мясо, курицу и лапшу супчик приготовит. Во как. Варит мясо, курицу. Далее больная, еще не совсем здоровая Света, топит печь. Леша пилит бруски. Максим подает ему их сверху. Прям сидит на этих брусках на самом верху. Леша починил теплицу как мог. Поставил подпорку к этой теплице. По крайней мере, сейчас уже можно не бояться, что эту теплицу сдует ветром. Дрова дали какие-то люди Колесниковым. И они огромные, Света говорит, как шпалы рельсы. Она еще не определилась. Я вообще так подозреваю, что шпалы, что рельсы для Света это едино. Одно и то же для нее. Далее Настя показывает, какой она фартук отлично сшила. На самом деле очень даже неплохой он у нее получился. Настя будущая швея. Ну, хоть что-то. Света в белой кофте, это уже нам следующий ролик показывает, в белой кофте крутится на кухне и готовит куриную лапшу из макарон. Вы когда-нибудь готовили куриную лапшу из макарон? Если нет, то спросите Свету. Температура, говорит, держится около 37,3. Дарина по-прежнему болеет. Вот у меня просто вопрос такой интересный. Почему же, для чего Света выходила на улицу? Да, она говорила, тепло оделись, да, здорово, но для чего выходить на улицу, если у тебя ребенок болеет, ты болеешь? Вот для чего это делать? 2 штуки лимона Света кладет в чай и лечится. Вот так, 2 штуки лимона. Говорит, это хорошо, витамин С. У Светы, как она нам рассказывает, пропадал запах при простуде. Не обоняние у нее исчезало, а запах у нее пропадал. И так далее, и так далее, и так далее. Свету можно цитировать до бесконечности. Она там дальше рассказывает, как она лечилась. Орбидол пьет, она взрослая, Дарина пьет детский. Ну, в принципе, ничего там дальше интересного. Витамины извлекают из лимонов как могут. А так, в принципе, ничего. Как все, так и они лечатся. Как-то так.
Ну, вот таким вот получился у меня обзор влогов семьи Колесниковых. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!